Серьезный пожар в Ленинском округе Омска в районе телевизионного завода на улице Демьяна Бедного. Горел торговый комплекс, несколько магазинов, парикмахерский салон, станция техобслуживания. Загорелась крыша на площади в 300 квадратных метров. Судя по кадрам, которые прислали в нашу редакцию очевидцы, огонь распространился и на частный сектор. На улице стояли люди в домашней одежде. На месте работали 32 человека и 7 пожарных расчетов. Через час пожар был локализован. Как сообщает в МЧС, информации о жертвах нет.